Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. У нас 9-й день, и я забираю 275 якнога. Норма. Так, закрываем это окошечко. Это тоже закрываем. И идем с тобой в раздел бесплатных паков. Давай посмотрим, что нам выпадет. Так, ну про монетки Один это все понятно. Давай-ка. Древоруб, громель, водорез и ресурсы. Ну что же, предлагаю посмотреть еще на один пак. Монеточки в карманчик, быстренько, хобана. Так, а здесь? Ну опять только ресурсы, даже дракончики не дают, а? Ты посмотри, уже давно, кстати, не выпадал нам. Зеленая смерть, ты хоть меня порадуешь? Нет. Какой-то коралл надыбло. Так, ладно. Что мы с тобой сейчас сделаем? Ага. Прокачался. Кревет. Иди-ка ты еще потренируйся маленечко. Странно, а почему ты так мало мне нашел древесины, а? Шепот смерти, я не понимаю. Что за халтура? Так, где у меня беззубик? Смотрим. Рыба. Бревна. Бревна. Рыба. Тоже ничего хорошего не принес мне, а? Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Фурия. Тоже рыбу. Понятно. Заберем здесь с тобой руны. Так. Теперь будут давать нам 75 рун. Так, этих дракончиков давай-ка быстренько отправим. Нечего им тут прохлаждаться, бесплатно. Ты что-то нам здесь... Ать, я больше уверен, сейчас выпадет нам тусклый янтарь. Или шестеренки. Шестереночки, да? Три штуки. Окей. Так, нечего прохлаждаться. Лети дальше на задание. Так, барсик, что ты мне тут подкинешь? В принципе, любой, любой здесь приз, который выпадет, меня вполне устроит. Флаг, отлично, флаги нам нужны. Тем более две штуки. Так, ну а ты, чем ты меня порадуешь? Давай-ка мне лучше пак, м? Будь добр, сделай приятное мне. Опачки, спасибо. Так, редкий, ну-ка. Нифига, 750 рун. Ох, елки-палки, друзья мои. Снежный призрак выпал мне. Интересно, хороший дракончик, а? Если кто знает, пускай напишет мне. Разместить, конечно, разместить. Еще спрашивают меня. Ну-ка, малыш. Блин, не успел посмотреть, но смотрится он вроде бы прикольно. Так, что у нас? 1500 рун. Давно таких не было. Кстати, мы же с тобой... Да-да-да-да-да, вот. Друзья мои, зал совета прокачали до 10 уровня. Так, ну что же. Сейчас пойдет глобальная у нас с тобой стройка. Это нужно будет вот эти... Да не надо мне вот это все. Розашип. Нет уж, спасибо большое. Так. Отказываемся. А тут, наверное, тоже я откажусь. Так, друзья. У нас событий-то никаких нету, к сожалению, сегодня. Значит, будет просто арена. А это яйцо до сих пор вылупляется. 2 дня 11 часов. Что же там такое, а? Что за яйцо? Так, ну что, приступим с тобой. Погоди секунду, у нас же... Дровницу, наверное, можно улучшить, да? Ага, прежде чем улучшить, надо викингов. Что, на Олухе нет места? В плане нет места. Все забил, что ли? Получается. Где? Вот он домик. Ставим. Дальше, следующий домик.
Вот сюда, рядышком. Ставим. Еще один. Сюда же. Ставим. Так. Здесь есть местечко. Тоже поставим. Кстати, нам нужно действительно убрать тех, кем мы не пользуемся. Ух, даже пока не знаю, кого тут убрать. Вот этого мы уберем, наверное, в ангар. Что там прохлаждается? Да, отправляем в ангар. Да, я думаю, что вот этих тоже в ангар. И тут тоже в ангар. Так, где у нас викинги? Мельница. Ставим ее вот сюда. Так, дальше у нас с тобой водокачка. Ух ты. А она туда не помещается, да? Тогда здесь поставим. В плане нужно... А, древесины? Подожди, сколько она стоит? 28 миллионов, я понял. И эту тоже я не смогу, да, поставить? У меня сколько предел-то вообще? По десятке, да? Все, я понял. 10 миллионов, по-моему, или 20. Сейчас посмотрим. 10. Значит, в любом случае нам нужно с тобой прокачивать дровницу, лохань. Только после этого мы с тобой сможем здесь что-то улучшить. Так, ну что, заберем с тобой награды. Тут у нас обмен. Так, погоди-ка. Ну да. Выставляем. Здесь мы с тобой открываем бесплатно. Точнее, бесплатно пак обычный. У меня уже все в голове бесплатно. Так, начать открытие. Окей, здесь забираем древесину. Погнали. Получить янтарь. Получить янтарь. И получить икнок. Все пока, да? Что у нас тут? Ух ты, рыбинок, ты отлично постарался описывать свои приключения. Спасибо, похоже, всем нравится мой ДВ. ДВ? Ага, мой дневник викинга, ДВ. Пойдем, сарделька, фанаты ждут. Завершите приключение, 10 штук. Окей. Так, что у нас тут? Давай посмотрим, что у нас тут по заданиям. Так, повысить уровень каждого из 15 драконов на 3. Каждого из 15 драконов на 3. Так, повысить уровень кипятильной, это понятно. Так, это все тоже понятно. Блин, зеленая смерть. Эх. Зеленая смерть. Что мы с тобой можем еще сейчас сделать? Пока вроде бы ничего. Заберем здесь бревна. Так, давай-ка мы с тобой зайдем, знаешь, куда? Вот сюда. У меня 870 якнога. О, туда же смотреть нечего. Все равно ничего не смогу приобрести. Так, изваяние. Ну, это понятно, изваяние мне пока вообще не светит. А что это такое? Изваяние общего сбора. Соберите все, что собрал ваш дракон одним движением. То есть я нажимаю на кнопку, и все мои дракончики, которые здесь что-то насобирали, да, в один мах, все это в копилочку к нам. Понятно. Так что тогда получается, ребят, я поставил очень много стройки. Давай мы, наверное, с тобой отправим нашего беззубика на дальнейшие поиски. Так, скользкопев, громокоготь, мелкомрак, постиглот, тысячестрел, пещера-крушитель. Вот такие вот у меня тут драконы, ребята. Всех их, естественно, можно найти. Так, ну а вы что прохлаждаетесь, я не могу понять. А ну-ка быстро на поиски, быстро, 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 быстро. Сидят они мне тут, прохлаждаются, а? Устроились. Так, а мы с тобой пойдем сейчас... Куда? А, вот сюда.
Я положу конец тирании драконов. Каждый должен выбрать свою сторону. Если вы не с нами, то против нас. Отправьте флот к Олуху, его жители скоро передумают. Или погибнут. В этом я сомневаюсь, что мы передумаем. Или еще что-нибудь в этом роде. А отпор, я думаю, мы с тобой очень хорошо даже дадим. Так что, друзья мои, давай посмотрим. Упс. Так, я думаю, что, наверное, мы отправим с тобой Беззубика вот с этой стороны. Да, и вот так сделаем. Раз и два. Так, в помощь. Так, а мы будем бомбить с собой, ну, маленькие вот эти кораблики. Бубух. На тебе. Так, вот этот кораблик тоже нужно уничтожить, потому что он будет наносить повреждения. Так, последний выстрел. Есть. Ну и остается нам с тобой уничтожить вот этот вот корабль. Но он, конечно, заберет ключик у меня. Да, мы не успеем его забомбить. Хотя не знаю почему, ребята. Из-за двух лодочек из-за этих. Ну давай ты уже. Все. Победа, как ты понимаешь, за нами. Ну что, давай теперь активируем эти ключи. Заберите награды. Война только началась. Моя армия будет биться о берега Олуха, как волны. Волна за волной. Волна за волной. Да, конечно. Напугал тоже меня. Не надо открывать. Ого. С такой грозной силой, как армия Драга, нам еще никогда не доводилось сталкиваться. И если мы не предпримем чего-нибудь в ближайшее время, от Олуха ничего не останется. Так как мы перестали сражаться с драконами, большая часть оборонительных сооружений Олуха была переделана под новые мирные времена с драконами. У нас осталась только катапульта. Точно, начнем с нее. Нужно улучшить катапульту. Да, вождь. Угу. Улучшить катапульту, которая стоит, по-моему, 97 миллионов. Чтобы ее улучшить. Я, конечно, могу ошибиться. Но смотри, где она. Где катапульта? Вот она, да? Чтобы ее улучшить. Тут непонятно, чего нужно и сколько нужно. Победа над флотом нужна 60 уровня. Только после этого уже там можно что-то думать. Так, иди. Ищи. Ну, ты что там спрятался? У нас сколько, кстати, драконов тут на обучалке стоит? Два. Угу. Ну что, я тогда предлагаю, друзья, побежать на арену. Так, хотя, подожди, Фурию, Фурию, где она? Отправим с тобой куда-нибудь. Пускай она ищет туманную напасть. Ух, хотелось бы, конечно. Ну, я знаю, что, ребята, бесполезно вот это делать. Я не вижу выгоды, вот, честно сказать, в премиуме. Вообще не вижу. То, что тебе дают два раза там крутануть барабаны, это как бы тебе сказать, не особо существенно. Можно и без этого, без всего обойтись. Как бы это не в приоритете. Так, ладно. Пойдем на арену. Попробуем получить с тобой два пака вождя. Жалко, что нет никаких событий. Я бы лучше бы событий какой-нибудь поиграл бы. Но ничего не поделаешь. Давай мы сейчас с тобой здесь отвоюем. Спокойненько, да? Оу. Так, ну что, здесь солянка чистой воды. Начнем мы, наверное, с душителя. Хотя и вот этот, вот, честно говоря, меня не особо радует. Да елки ты палки. Ну что ты как всегда, а? Сарделька, ну хорош уже. Ну сколько можно вот это вот повторять одно и то же. О, все, все началось, короче. Началось, ну что ты. Молодец. Сейчас кого-то, кого-то потеряем. Кого-то, что ты будешь делать? А ты хильнулся, ну хотя бы так. Ладно, смотрим, что там у них. Так, душитель. Бомбанен, да? А, вот так.
Потом скала будет ходить. Скала, наверное, убьет сардельку. Так, друзья, пока живем. Пока. Ну чё, хил? Бомбанет. Бомбанет, ребята. Все. У-у-у. Неужели на сардельку это все? Да? Вот так вот. Давай замораживать их. Да-да-да, будем с тобой бомбить именно глыбу. Ух ты, что он вытворяет? На тебе. Оу. Давай-ка вот так вот поможешь мне маленечко, а? Дружок, пирожок. Классно. Так, а ты бы успокоился бы лучше бы, а, парнишка? На тебе. Так, ты добивай своего друга, пожалуйста, и дальше мы с тобой разберемся. Ой, молодец-то как. Смотри, сейчас будет как. Оба. И все. А мы с тобой раз и два. И победушка моя. Так, смотрим, что нам здесь за пак дадут. Обычный. Что-то зачастили они. Так, ребятушки, а здесь-то у нас что? Два фиола и синюха. Два фиола и синюха. Начнем вот с этого. Ну-ка. Блин, крепкий парень. Копим энергию. Ты посмотри, что творит, а? Неужели добьет? Нет, не добил. Придется нам, наверное, вот это вот потратить. Я понимаю, ребята, слабый удар. Но другого варианта нету. Так, сейчас что-то произойдет. Ё-моё. Плохо. Слушай, ну я думаю, все равно мы здесь с тобой разрулим ситуацию. Да. Этот сейчас очнется. Мы на него повесили слепоту. Ну и все. Теперь остается только лишь разобрать его. Обожаю, когда чувак беспомощный. Прыгает. Он может, наверное, себе сам хильнуть, но он не делает этого. И правильно. Зачем зря время, да, тянуть? Нет, все-таки делает, а? Все-таки сделал. Повысил себе броню. И защиту укрепил. Поехали разбирать его. На тебе. Так. Все за свое, ребят. Все за... Он все не угомонится. Слепота. Хотя можно было укусить его, в принципе. Да, блин, он опять, а? Ну ты посмотри. Он опять за свое. Еще и промахнулись. Достал ты, парень, уже, а? Стоп. Ну-ка. Он хиляется, плюс на себя вешает щит, ребята. Ничья? Погоди-ка. Почему ничья, если у меня преимущество? Как по мне, это несправедливо. У меня два дракона осталось, у него один. И написали ничья. Ё-моё, опять ты за свое, а? Ну вот как ты меня бесишь просто. Не могу, у меня слов уже нету. Косорылый, прям вот да нельзя, ребят. Офигеть, вы оборзели что ли? Я не понял. Один за другим ходит, бомбит, блин. Ты-то что тут? Понятно. Что мы с тобой можем придумать? Сейчас этот бомбанет. О, все, зашибись, поиграли, ребята. Просто охрененно. Так, это вот хоть... Ну, хоть здесь, спасибо, успели убить.
Промахнулся, так тебе и надо. На. Помогай. Спасибо. Так, ну теперь наша очередь. Слепоту. Ну и что ты там делаешь? Что ты? Мимо. Давай, кусаем. Мы с ним на равных, кстати. Оба 12 уровня. Поехали. Так, либо куснуть. Давай. Я просто немножко думал, а если я промахнусь? Ну а здесь у нас что? Два фиолетовых плюс синий. Громорог. Шепот смерти, да? Шепот смерти нужно в первую очередь уничтожать. Потому что он за 3 энергии, ребята, делает свой супер удар. Причем довольно неплохой. Сейчас посмотрим, будет делать. Ну вот тебе и результат. Офигеть, вмазал. Ть. Да, парень. О, спасибо большое. Давай, ветрокрыл. Прекрасно, давай-ка вот этого, наверное, громорога начнем с собой разбирать. А этот-то впла... он же спал. Я не понял, как он подорвался? Он что, не уснул у нас, что ли, получается? Так, ладно. Вот они что делают, да? Хорошо, поехали. Так, громорог, что он будет делать? У него энергия, ребята, дофигища. Ничего. А этот будет палить. Странно. Он ничего тоже не делает. Ну-ка, на тебе. Попробуем через отражение, ребят, сыграть. Но. Вот это я понимаю. А этот на сардельку переключился. Ай, жучара. Ну что, мы его добьем или нет сегодня? Вот это и мне фартит, ребят. Давай-ка их в сон. Одного, наверное, сразу уничтожим. Поехали. Раз, два. Очнулся. Да ё-моё. Все, ребят. Распетрушили мы с тобой их. Ну вот и пак вождя. Давай-ка глядеть. Громыль. Древоруб. Водорез. Громорог. О, Громгильда. Так, погоди-ка секундочку. Погоди-ка секундочку. А я не могу? 51 уровень нужен. А тебе? 24-й. А какой мы ему уровень прокачали? 21-й, по-моему, только, да? И то он, по-моему, качается. Так, а с тобой-то что? Тоже прокачка нужна. И тебе, да? Блин, они все, ребята, требуют 24 уровень. О! Как-то я так шепот смерти-то не увидел, эй! Блин, 800! Ты прикинь, нужно? Слушай, он 9-й разряд, стремительный, и у него такие... Слушай, может быть взять его, а? На пробу. Вместо сардельки. Давай-ка я возьму, ребят. Хочется мне глянуть на шепот смерти. Как он будет себя вести здесь. Тем более он у нас, насколько я помню, уже титан. По-моему, да. Ну-ка. А мы еще и первым. А что такое? Так, синий против кого? Хорошо, против красных. А почему? Такой урон-то минимальный, эй. Ой. Я понял. Они сразу все переключаются, да, на него? Опа. Уклоняшка сработала. А вот это что такое? Ускорение, а это отнимает здоровье. Ну-ка. Да ну. Как ты мог промахнуться-то, парень? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это? Это в кого? Пипец. Это было плохо. Добьют сейчас мне, да? Да, ребят, не посмотрел я в нормальном качестве шепот смерти. Потому что его уничтожили. Причем очень быстро.
И это обидно. На тебе. Так, ну что, мы, наверное, сейчас с тобой попробуем уничтожить. Отвали. Так. Этот очнулся, да чтоб тебя, а. Да хорош. О-о-о. Ребята, разыграли тут они партиечку, ты посмотри. Слепот. Ух ты, ты смотри, что он сделал, ребят. Вот это я понимаю, вот это он круто сделал. Только как мне это поможет? Да никак. Один в поле, не знаю, ребят. Тун-тун-тун-тун, на, по-своему, правильно так и надо. Что мы сделаем? Ну, усыпим, да? Предположим. Пускай он спит пока. Ударим хвостом его. Он опять свой супер удар делает. Ребят, ну потом это будет труба. Как вот он так быстро накапливает? Вот объясни мне. Две. У него две энергии. Я, например, его загоняю в сон. Вот, смотри дальше. Бью. Он просыпается, у него должно быть две. А, так он на четырех делает удар свой. Ё-моё, все, ребят, тут кранты. Хотя, подожди, нет, не кранты. Или кранты. Почему вот у меня не накопилось, а? Ну все, ребята, с пониженной броней меня, к сожалению, здесь. Да, он сейчас меня пробьет. Говнаря несчастный. Если шепот смерти сейчас опять же так быстро отдуплится, то я его меняю. Потому что, ребят, ну это не дело. Так. Ну-ка, попади. Попал. Так, у него пониженная атака. Окей, давай добивать его. А этот сейчас, наверное, своим фаерболом будет, да? Нет. Так, повышает силу атаки своей команды. Ты серьезно, блин? Повысил он. Не своей команды, а себе он повысил. Оу, заморозка, ребята, все. Я пропустил вспышку. Слушай-ка, но он не попал. Он по шепоту смерти не попал. Одного завалили, и это круто, ребята. Так, давай, наверное, сюда. Ну, понятное дело, сейчас шепот смерти мой. Ой-ой-ой. Слушай, ты заколебал уже, а? На. Что он там сейчас будет делать? Опять свой фаербол запускать? Ну, естественно, ребят. Кому сейчас влетит? Ага. Как тут сделать-то лучше? Я даже не знаю. Наверное, вот так вот. Уклонение, блин. Ты прикинь, у него уклонение сработало. Ёпрасоте. Короче, все, шепот смерти. Шепот смерти убираю из команды, нафиг. Ну что у нас тут? Соляночка, да? Как ты видишь, у меня барсик в строю. Сейчас попробуем за счет барсика тут. Получится, не получится, я не знаю, ребят. Так, бомбим. Вначале, конечно, кривоклык должен отдуплиться. Хотя чудовище тоже не есть гуд. Противник еще тот. Так, ну-ка. А это не кривоклык, по-моему, или кривоклык. Что-то не могу врубиться я. Так, кто сейчас будет ходить? Этот, да, партизан? Ну, давай вот так вот сделаем. Пускай он тут бьет кого-нибудь. Ага. А ты кого собрался там бомбить? Да, бедный ветрокрыл. Да вы достали уже, а, его атаковать. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой, три фаербола, да? Жутко-жутко, ребята, было, конечно, все это. Поехали. Ну чё? Да ты запарил, ты же только что ходил. Я в шоке, друзья. Просто в шоке. Как так может быть, а?
Они ходят, блин, понимаешь? Они когда захотели, тогда и сходили. Если я строго по очереди хожу, то у них нет такого. Уклонение, да? Так, слепоту, опять же. На. Как у него все-таки быстро копится энергия? Я не понимаю, ребят, этого. Когда я играл за Костолома, у меня почему-то такого не было. На. Да все, 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 ничего тебе не... Да хоть ты тут забегайся. Тебе здесь не поможет ничего. Все, друзья мои, добиваем. Наконец-то. Стоило только поменять шепот смерти, и дело пошло. Ё-парсоте, 3 зеленых. Вы серьезно? Серьезнее некуда. 3 зеленых. Ёпма. Ладно, будем сейчас с тобой, естественно, ветрокрыло попробуем бомбануть. Нам это желательно быстрее бы сделать, потому что это сон, я не хочу от него получить. Поехали, раз, два. А скорее всего пол... А нет, нет, он не успеет. Так, тихо, тихо, тихо. Что у нас там, кто ходит? Этот, да? Со своим разбегом. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим, что он сейчас придумает. Точно, разбег свой делает. Ну, хорошо. Продолжаем бомбить. На тебе. Блин, барсика хотят забомбить мне. Да ты запарился своим разбегом вечно, дуралей, блин. О, барсика забомбил. Что делать-то будем? Давай вот так вот сделаю на этот раз. Посмотрим. Вот это молодец. Тут ты хорошо придумал. Ать своему, а? Вгрел. Так, ну что, нам стоит только его добить. Добил. Так, сюда. Пока пониженная защита. Так, давай еще с разбега, пожалуйста. О, молодец. Только не ветрокрыло. Блин. Че, в сон их? Подожди, или как? Нет, пока не будем мы никого в сон вгонять. Давай еще разочек вот так вот сделаем. Бомбани еще, пожалуйста. А, нет, не получится, да? А это сейчас фаербол. Да. Так, мы хильнемся с тобой пока. Ну, давай, с разбега. По корешу бомбани. Вот так вот надо было изначально сделать. Кусаем. В сон его, наверное, да? Или как? Блин. Наверное, в сон все-таки. Ай, зря я это сделал, ребят. Ай, зря, мне кажется. Так. Сейчас будет разбег делать. Свой. И 100% кривоклык. Ну, пока живет. Давай его усыпим. Усыпим и добьем. Прекрасно. То команда зеленых, теперь команда синих. Они... Блин, шипорез. 2 штуки, прикинь. Нифига себе. Это не есть хорошо. Это очень нехорошо. А как он так интересно сделал? Почему? Зашибись. Мне запрещено брать одинаковые эти, одинаковых драконов. А ему можно. Или это разные... Да нет, скорее всего. Ой. Ну да, ребята. Приплыли, блин. Оух, щетос. Что делать? Замораживать? Что делать еще? Другого варианта я не вижу. Если, конечно, успеем. Если, конечно, успеем. Да ты запарил уже, а? Еще и заморозка такая ничтожная вообще. Потому что пониженная атака у нас. Еще и промахнулись.
Еще и промахнулись, ребята, да. Похоже, все, ребят, тут отыграли мы с вами. Че это? Ну хильнусь я. Этот что? Этот сейчас что-то, блин, вмажет. Все, проснулся. Офигенно, поиграли. Все из-за этих. Все из-за вот этих вот шипорезов, так скажем. Хотя бы этого наказали. Ну тут нам крышка, ребят. Двух драконов только забрали у него. Ну вот и пак созрел, давай посмотрим. Плести голов. Ужасное чудовище. Громель. Так, экзотический дымодышащий глыба. А глыбы у меня до сих пор так и нету, да? Глыбы у меня так и нету. Ладно, заберем свои наградушки. Где тут они? Здесь, потом еженедельные. 25 рун, 60 икнога. Так, получите в схватке трофеев 500. Скоро получим. И обучить 20 драконов. Плюс победить стремительных драконов в схватке. Да, скоро мы сделаем с тобой эти все задания. Тут осталось немножко. Самая главная наша цель — это чтобы построились вот эти вот домики. Где они тут у нас? Где домики-то, которые мы с тобой поставили строиться? Я что-то не могу понять. Может быть, они уже построились? Погоди секунду, я что-то не урубился. А где дома-то? Ну вот, я вижу один только домик. Вот, вот здесь вот делается. 2 часа. Ага, вот еще тут. 3 часа, понятно. В общем, еще надо будет ждать, ждать, еще раз ждать. Так, а я могу теперь послать нашего, например, где ты? На прокачку дальше. Так, академку нужно еще прокачать, елки-палки. Чтобы ее улучшить, нужно 840 викингов. Тогда мы можем с тобой спокойненько отправлять кого-нибудь на обучение. И это будет у нас... Да-да-да. Шторморез, пускай учится. Когда у нас событие-то с тобой будет, а? Новое, ближайшее. Не знаю. Так, заберем награду. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Погоди. Тебе-то нужно отправить же куда-нибудь. Давай. Куда-нибудь. Это вот. Давай вот сюда, наверное. Шипоспин пускай ищет. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!